Ну вот мы опять на почте, и нам пришла посылочка из Польши. Че, ребят, я иду с работы, вот зашел на почту, посылочку забрал. Мне из Польши прислали посылку с чертежами польского планера. Теперь, возможно, мы будем строить еще польский планер. Сейчас придем, откроем посылку, посмотрим, что там, чертежи, не чертежи. Потому что, когда я с Томасом переговаривал, Мировский, не знаю, могу неправильно прочитать. Вот, он мне сказал, я пришлю диск. Но тут, по всей видимости, вот он пакетик. Тут не только диск, тут и документация, и литература какая-то, и книга, походу. Вот, поэтому придем, посмотрим, что там. Ребята в Польше очень надеются, что я построю польский планер. Вот. Ну, я его, конечно, построю, только не в этом году, это точно. Но раз такие надежды возлагают, придется оправдать эти надежды. Я думал, что вот этот скотч это вскрывали на таможне, но на самом деле это просто так заклеили. То есть посылку даже не вскрывали на таможне. Я уж испугался, что ее вскрывали. Так, аккуратно тут все расчехляем. Вот. Здесь вот просто бумага порвалась. Для истории пакетик оставлю, что с Польши прислали мне посылочку. И здесь еще одна упаковка. Тут два даже. Причем, знаете, 2020 года, то есть люди стараются, это все печатают, вот журналы делают, да, как бы сохранить историю. В нем чертежи. Но опять же, автор это он и есть. Томаш Мировский. Может, неправильно произношу, извиняюсь заранее. Вот. То есть это радует, что люди вот так стараются историю сохранить, ей делятся. То есть мне прислали чертежи, и человек очень хотел бы, чтобы мы здесь его построили в России. Польский верхний планер. Вот. Так. Диск. Оригинальными чертежами, как я понимаю. И копия чертежей.
Тут еще. Какой-то вот такой вот чудо-самолет. Польский. Вот, пожалуйста. Но я все не буду открывать, показывать. Вот. Не знаю, ошибка. Нет. Так. Ну все, вот здесь пусто. Ну и вот еще книжечка. Ну все, теперь придется учить польский. Вот, тоже. Автор Томас. Томаш. Вот. И здесь три планера, как я понимаю. Орлик 2, планер Врона. Это, как я понял, это вот этот вот планер. И еще какой-то вот. То ли самолет, то ли планер, скорее всего, может, вот тот. Вот. Но диск я открою, посмотрю. Вот, сейчас найду какой-нибудь старый ноутбук с дисководом, чтобы вставить его. Вот, здесь вот, пожалуйста. То есть тут же получается, как бы чертеж, и тут же получается, как бы фотография готового элемента, как это все выглядит. Воочию. Вот. Ну, я думаю, так через год начну только делать, через один год. Это в 22-м году, потому что сейчас я очень загружен. Вот. Обязательно сделаю, раз человек так проявил инициативу, отправил мне чертежи бесплатно. Надо будет построить планер. Но заняться этим я могу только через год. Вот. Ну, интересно. Это довольно-таки все интересно. Вот. А, это в Польше, где... А, я так понял, это в Польше, наверное. Не в Польше. Кадет А. А, ну вот у них нормативы получаются. 30 секунд пролететь, 60 секунд, 15 минут чего-то там. А, 50 километров, либо 5 часов, 1000 метров. Ну, это смотреть надо... Это вот карта, я так понял, где то ли эти выполняли нормативы, то ли... Ну, читать, изучать надо в 38-м году. И у немцев такая же тема была с
с этими чайками на значках. То есть... В принципе, ничего сложного построить можно, да и нужно. Вот, пускай будет у нас такой уже небольшой музей. Вот, Бро 11, СГ-38, польский планер. Ну, советские планера тоже, наверное, появятся, я думаю. Конечно, хотелось бы это все как бы организовать быстрее, но... В силу своих возможностей физических, вот, прежде всего физических и финансовых, вот, приходится так вот не спеша потихоньку это все делать. Вот. По металлу сейчас очень ограничен я. Токарка, там сварочные работы, это приходится искать все на стороне. Вот по дереву, в принципе, возможность есть, делать, изготавливать. Время только надо искать свободное. Вот. А с металлом сейчас вопрос решаю. Ну, как-то так планер построим, но, наверное, где-нибудь в 22-м начнем, ну, в 23-м году не раньше. Ну, так вот, такое короткое видео.